отсюда можно попасть во все блоки, так называемые учебные блоки нашего кадетского корпуса. И очень легко ориентироваться. Вот пришли в центр, встали. Если вы хотите правильно. Потому что тогда Аделина не бежала к нам, к сожалению, после, ну, после Олимпиады, не была опции, которую, видимо, остались. И я позвонила ей в субботу, в понедельник она мне отзвонила и сказала, мы приняли решение, что Адель приедет, я не могу, я приболела. Будет Наташа, естественно, Яков. Билет мы купили на пятницу. У нас 11 детей из других регионов Российской Федерации. Это Кировская область, есть даже из Будённовска, Краснодарского края, да? Вопрос был таким, сколько человек? На сегодня у меня 383 человека. 58 девочек. Остальные ребята с 5 до 11 класса. А вот из регионов, я говорю, это Кировская область, Йошкар-Ола, значит, Ставропольский край, неправильно, Краснодарский край, извините, Ставропольский край, Нижегородская область. В апреле месяце будет такое понятие, как индивидуальный отбор, то есть официально на сайте образовательного учреждения будут выставлены правила приема. Кстати, сейчас мы добираем в 7 классы, у нас есть вакансии в 7 классах, во всех по 3 человека. Есть вакансия в 8 классе, есть вакансия в 10 классе. В 9 и в 11 мы не берем сейчас принципиально, здесь ОГЭ, здесь ЕГЭ, есть некая опасность. То есть с любого класса можно присоединить? Сейчас, я говорю, выставляю вакансии в 7, 8 и 7 классе. Спасибо. Его там нет. Ну ладно, хорошо. А значит, стойку вперед не падает. Затем 10 минут пробежка. Если лет, то понятно, будет зарядка. А значит, куда поставь? Куда? Переодеваемся. Построение. Иногда построение сразу же делаем. Зависит от погоды. Но у нас есть вот, как все, построение. Вот сейчас угол вперед. Я вам покажу его, вы поймете. Все угол. Плохой погоды. У нас есть теория для того, чтобы шагать. Я то есть ты уже здесь начала заниматься, да? Да. Знаешь, что? У кого? Или ребят, что ли? Кто-то нет, кто-то с собой зал. Выясняйте. Вот здесь у нас тренажерный зал. Вы так в тренажерном зале занимаетесь только старшеклассник, то есть помещение. Очень хорошее. Что особо понравилось вот сейчас из увиденного? Много воздуха, света, все красивое, новое. Как вы думаете, детям нравится вот учиться в такой школе? Я думаю, что это просто супер. Можно сказать, вот, а это школа будущего, или вы хотели бы, чтобы дети учились в школе настоящего такого? Лучше в настоящем, чтобы это было. А будущее будет еще лучше, чем нет. Сейчас. Отлично. Детям все условия созданы. Работать, учиться и быть человеком. Это вот здесь как бы формирует именно человека. Угу. Маргарита Ильинична, ваши впечатления? Впечатления очень хорошие. Все условия на самом деле созданы для детей. И очень хорошо, что даже не только с нашей республики и с разных мест дети обучаются. И показалось, что они очень дружные, детям нравится. Ну, как сказала одна из наших дам, такие условия не у каждого в доме созданы. То есть настолько все продумано, и чувствуется, что руководитель сделал с такой большой любовью, и так долго вынашивал этот проект, и смогла в одном месте вот, как бы материализовать, скажем, все свои задумки. Вот, поэтому я просто вот в таком впечатлении, мне очень жаль, что у меня, во-первых, девочка младшая, а не сын. Вот, я бы хотела ребенка, была бы спокойна. То есть она бы была действительно в хороших, надежных руках, ей созданы достойные условия, были бы. Но, к сожалению, у меня вот по медицинской.